Well, as of now, you are pretty familiar. The Helicobacter disease are treated as per the international standard MASH-3-3 and MASH-3-4. According to that, you are aware that this application of a lot of antibiotics or threefold therapy or quattro therapy. Because of that, we have put for ourselves a task to estimate combination pharmacological medicines in treating chronic gastritis and ulcers. The approaches we use, that they are all on the screen, intravenous application, rectal application were used. These are the groups, the total number 570, red one is 69, ulcer in male. This average life is indicated in the screen, 105 chronic gastritis, 65 ulcer, disease of digestion tract, stomach. As for Helicobacter pyroli, these are the approaches we have implemented, those that you know. Первое обратили наше внимание при эндоскопии высота поверхностного эпителия. Видите, вот до лечения и после лечения. Следующее. ТТ традиционная, озонотерапия, вот это. Следующее. Фукогликопротеидов до лечения и после лечения. Видите, имеется в зависимости от озонотерапии, безусловно, имеет преимущество. Следующее. Плазматические клетки. После лечения озонотерапии резкое снижение, то есть уходит воспаление. Следующее. Следующий. Нейтрофилов количество. Вот посмотрите, особенно после терапии озоном, видите, совсем 10,2. Следующий. А здесь уже иммунная система. Содержание иммуноглобулина G по сравнению вот нормы. И видите, озонотерапия фактически держит и нормализует иммуноглобулин G. Следующий. Содержание иммуноглобулина М. Опять же, если будет, посмотрите, после лечения мы видим хороший результат. Следующий. Количество CD клеток 3. Точно так же, видите, 1300 норма, 1200 идет после озонотерапии. Следующий. Количество CD 8. Ну, приблизительно такой же результат, даже чуть-чуть. 23 норма, 26 после применения озонотерапии. Следующее. И здесь еще желтая краска, через 6 недель отдаленные более результаты. Это CD72. Дальше. CD16. Имеем такую же вот норму, видите, 16-16,4 после применения озонотерапии через 6 недель, то есть отдаленные результаты. Следующее. Соотношение CD4, CD8 имеем такой же хороший результат. Следующее. Фагоцитарная активность лейкоцитов. Вот в норме, видите, 60, 56,1. Озон после 6 месяцев, если смотреть, то тоже результат очень хороший. Дальше. Содержание продуктов ПОВ. Но ту же закономерность видим, что озонотерапия выравнивает, и после лечения, и через 6 недель мы видим прекрасные результаты. Следующее. Антиоксидантная система. Точно так же, такие же результаты получаем и через 6 недель, и после лечения. Следующее.
Поверхностная резистенция эритроцитов. Вот самое главное, на чем мы сегодня много обсуждаем. В общем-то, как раз фосфолипидная оболочка эритроцита хорошо восстанавливается. И можно сказать, что большое количество эритроцитов после воздействия озона проникает снова в капилляр. Вы прекрасно помните, что эритроцит диаметр 6-8 микрон, а непосредственная капилляр 4-5 микрона. Ну, природа сделала, удалила ядро, и эритроцит хорошо сплющивается. Эритроцит живет где-то 85-90 дней. Приблизительно, наверное, с 60-70 дня фактически эритроцит уже сплющиваться не может, так как фосфолипидная оболочка становится очень плотной. И в связи с этим эритроцит бегает по большому кругу кровообращения, но проникнуть непосредственно в капилляр и передать кислород и забрать углекислород не может. И вот при воздействии озона выбрасывается эритропоэтин, и тут же идет команда на уничтожение уже доживавших свой век эритроцитов, и выбрасываются новые молодые. Вот почему озонотерапия блестяще решает проблему гипоксии клетки. Следующий. Состояние микрофлоры толстой кишки. Вот точно так же, красная – это норма, и вот при снижении идет пейзажа толстой кишки, и восстановление идет после применения озонотерапии. Особенно хорошо здесь применять вот озонотерапию именно ректальная, а не внутривенная. Пожалуйста, следующее. Индекс эффективности микроциркуляции. Ну, это вот я как раз и говорил о том, о воздействии непосредственно проникновения эритроцита в капиллярное русло. Вот здесь все хорошо выравнивается на озонотерапии. Следующее. Ну, на патогенез, будем говорить, хронического гастрита и язвенного. Прямое влияние на бактерии, выражающие нарушение целостности оболочки микроба, вызываемые окислительные фосфолипидов или протеидов через образование озонидов. На фоне озонотерапии увеличится выработка секреторного иммуноглобулина А, который защищает слизистую оболочку желудка. Модулирует интерферонную систему, усиливает взаимодействие с другими цитокинами, в частности, активирует специфическую внутриклеточную рибонуклеазу, приводящую к быстрой деградации матричных РНК-вирусов, бактерий и грибов, чем объясняется антивирусный, антибактериальный, антигрибковый и антипротеоактивный эффект. Следующий. Вот самое интересное – рецидивирование. То есть рецидивирная язва неболезни – это как раз взят по 12-перстной кишке. Вот озонотерапия у нас зеленая. В первый год 12%, второй год 14%, третий год 15%, четвертый 17%, и пятый 22,8%, ну 23%. 23% рецидивирует за 5 лет. И что мы видим при обычной терапии? 97% идет рецидива язвенной болезни. По макс-рискам всем где-то приблизительно 75-80% идет излечение. 12%. Озонотерапия стоит, безусловно, на первом месте. Следующий. Теперь задать вопрос, почему это так происходит? Вот верхний отдел терапии тройная денол, метронидазол, тетрациклин. А вот посередине идет фактически 6 отсеков как бы развития этой патологии. Нарушение микроциркуляции, хеликобактер пилори, слизистый эпителиальный барьер, пол, иммунной системы, желудочной секреции. Вот если взять верхнюю границу, то видите, практически тройная терапия, она не действует на все компоненты развития этой патологии. И если мы подключаем озонотерапию, а идет терапия денол, озонотерапия, омепразол, никаких антибиотиков.
То есть, как бы в противовес вот марксистским установкам, то мы получили вот такой хороший эффект. Следующий. Ну и выводы. Таким образом, медицинский озон обладает уникальными свойствами универсального природного антибиотика, регулятора ферментов окислительного восстановительного процесса в клетке, иммуномодулятора. Следующее. Ну, теперь есть сказать, какие противопоказания озонотерапии. Ранний период после различных, в том числе внутренних кровотечений, геморрагический инсульт, гипертиреоз, склонность к судорогам, острая алкогольная интоксикация, тромбоцитопения, снижение свертываемости крови. Следующее. Благодарю за внимание.